Здравия желаю. Сегодня запустим более мощный вариант, чем вчера. То есть мотор на 124 ватта, мотор на 300 ватт. И как вчера, лампочка и вольтметр включим. И вольтметр. То есть этот крутит, а этот дает генерацию. Генератор. Применяется реле 1 к 5, то есть 0,1 секунды и 0,5. Ну что ж, запускаем на пробу. Как видите, 17 ватт, 16, 18 минимально. Минимально 13, максимально 18 вольт. А сколько потребляет такая схема? Потребляет она много, видно. Сейчас посмотрим. Так, засекли время. Пять четыре секунды. И как вы видели, так, а выход был 18. И минимально 13. Так. 54 секунды. Круг прошел. 55 помножим на 300. Так. И разделим на 3000. На 3600. Четыре 583. Итого 1000 разделим на 4,583. 218 ватт. Значит, потребляет 218 ватт. 218 ватт. А на выходе у нас, ну это за 0,1 секунды, то есть потребляет всего 0,1 секунды. А на выходе у нас, значит, так, 13 минимум и 18, тогда включено. Но нам известно, что лампочка 102 ватта. Значит, 102, вернее, не так. При 11,7 она 102. Значит, 18 разделим на 11,7. 1,53. 1,53. Так. Значит, 102. 102.
помножим на 1,538. 156 ватт. Значит, первый выход 156 ватт. Далее. 13 у нас. 11,7 разделим на 13. Вернее, 13 разделим на 11,7. 1 и 11. Значит, 102 помножим на 1 и 1 сотых. 113 ватт. Запишем. 113 ватт. Но 5 раз. 5 раз дольше работает система. Значит, 113 умножим на 5. Итого 566 ватт. Плюс 156 ватт в первый раз. 722 ватта. Выход. А потребление 218. Разделим на 218. Помножим на 100. КПД 331%. КПД 331%. Так. Но еще... Еще, значит, возьмите на то, что сам мотор-то движется и потребляет по 200 ватт. Однако, даже, ну тут 218 в первый раз, а потом у него сбавляется скорость, этот вот 13-18, давайте узнаем, насколько у него сбавляется, 18. Разделим на 13. 1,38 раза. Значит, 218 разделим на 1,38 раза. 157 помножим на 5. 789. Так. 789 ватт потребили бы мы, если бы двигали мотор. И здесь у нас 113 помноженное на 5, 565 плюс 156. 721 плюс 789. 1510. А потребляем 218. Разделим на 200. 18 помножим, получается 692%. То есть это по, как сказать, по эффективности затрат энергии. Получается, мы тратим почти в 7 раз меньше, получая такой же результат. Но если по энергии брать, то мы получаем в 3,3 раза меньше. Тратим, чем получаем на выходе. Если брать чисто по, не обращая внимания там на вращение, так у нас генератор, да, получается вот такой. То есть КПД 692%, если полный расклад брать. То есть вы видите, что результаты улучшаются. Не с КПД, а улучшается с выходной мощностью. КПД это так для запаса, мало ли что-то, какие батарейки будут и так далее. А главное получать выходную мощность большую и не тратить ток на это. То есть бестопливная. Вот что цель. То есть получается, есть смысл увеличивать еще. Значит, мотор на 124 можно поставить мотор еще более мощный. На том у меня вообще там на 200 и на 600.
Но чтобы такой мотор поставить в 3 раза мощнее генератор, надо, чтобы генератор был высокооборотистый. На хороших подсветниках. На этом мы заканчиваем репортаж. Желаем всем всего самого лучшего, что вы пожелаете.